Эта белка странная, она прибегала сюда уже, залезла на рюкзак, посмотрела туда-сюда и убежала. Я даже не успел орешки достать ей, ничего. А сейчас она обратно прибежала. Обратно прибежала. А орешки у меня уже готовы, да, готовы. Вообще тут бельчонком занимаюсь. Пытаюсь потихоньку приручать его. Не люблю я это слово приручать. Он сейчас закапывает орешки, которые я ему даю. Он сейчас уже осмелел, спокойно залазит на меня. Сам причем залазит. Молодец какой. Я имею в виду, его даже звать не надо. Сам прибегает и залазит. Молодец. Но очень... А ты же у нас это... Подожди-ка, ты же у нас теперь гладибельная белка. Повесил я кормушку вчера здесь, пластиковую. Сейчас еще вторую буду вешать, большую. А завтра надо будет еще... Не, я вчера две повесил кормушки. Вот такие. Висит. Пока висит. Солнце, ты куда ушла? Ну-ка вернись. Ну-ка вернись. Солнце, иди сюда. Бельчонок бежит. Ну, это белка странная, которая сейчас ушла. Она, которая поела. Вот он. Вот она. Солнце, иди сюда. Смотри, смотри, что дают. Смотри, что дают. Это чего, говорит? Ну-ка давай сюда. Давай сюда. А тут смотри, орешки. Не доедем. А я, говорит, все уже поем. Гладейка. Мне вон тот бельчонок интересен. Он пахан, он чувствует себя, что я тут главный, но я, говорит, еще слишком мелкий, чтобы быть главным. Он пытается кого-то гонять здесь. Те, кто боятся, они убегают. А те, кто не боится, он сам убегает от них. Тут понты главное. Сюда, он очень умный, он сюда сейчас прибежит. Я, говорит, умный очень. Только, говорит, я... Вон, я его не зову, он сам залазит. Я, говорит, сам залез. Ты смотри сюда. Солнце. Иди сюда. Обиделся, да. Есть такое у него, что я, говорит, обижаюсь. Я не понял, куда он убежал. Водички попить, водички. А там сидит, кстати, белка. Вот этот бельчонок, который сейчас бегает сюда, он наелся. Главное, он сниматься не хочет. Я, говорит, сниматься не хочу, говорит. А кормить меня, давайте кормите. Вот я говорю, белка, я только повесил. Ну, я вчера повесил. Белки обожают такие кормушки. Солнце, иди сюда, солнце. Вот что ты бегаешь? Ну-ка иди сюда. А бельчонок отлично понимает, что никаких... огурчик, что никаких орехов тут вокруг нету, только если у меня взять. Очень-очень сообразительный. Я говорю, это как ушастик растет. Только он какой-то диковатый. Я, говорит, диковатый какой-то. Солнце, иди сюда. Солнце, ты смотри сюда, иди. Солнце. Обиделся. Он обидел. Ему когда орехи сразу не дают, он обижается. Я, говорит, обижаюсь. Он говорит, сил моих нету. Вот он сейчас точно так же сидел в этой кормушке. Побежали. Мне осталось две большие кормушки повесить. Сегодня одну повешу, завтра другую. И поилку я вчера забыл взять с собой. Там поилка
поилку так и не повесил. Вылез, я вылез и побежал. Ну ладно, тут еще одна белка нарисовалась. Я, говорит, еще одна белка. А там еще одна белка. Там на заднем плане. Это вчерашние огурчики. Сегодня я еще не клал сюда. Вот он, еще одна белка. Белки, как положено, они обычно, если взять, допустим, кедровые леса, там шишки падают на землю. И белки ползают, собирают эти шишки. Едят, закапывают, не знаю. А тут они тоже ползают, но тут никаких шишек нету. Это, кстати, на весу, говорит, ем. Я к тому, что сейчас все белки заняты тем, что ползают в подлеске, вот этом, в листьях. Ищут орехи. А тут никаких орехов нету. Ну, кроме тех, которые другие белки закопали. Давай на голову надень себе этот кружочек. Не, говорит, не буду я на голову надевать это. Это некрасиво. Это белки какие-то. Но это все молодые. Молодые, я говорю, неинтересно снимать. Тут, кстати, один голубь прилетел, сел под кормушкой. А это увидели другие голуби. И сейчас сюда слетелась стая голубей. То есть они видят, один голубь прилетел. Значит, там еда. Значит, надо всей толпой ломануться сюда. Вот они бегают здесь, голуби. Ну ладно. Опять огурчик. А что этот там ест? Я к тому про голубей говорю, что пока тут голуби, я не могу мышей снимать. Потому что они не дадут. А если даже и дадут, они видят, где я орехи кидаю. И потом они там всех мышей мне разгонят моментально. То есть они будут постоянно там тусоваться. Там, где кормят мышей. И мыши оттуда уйдут просто, и все. Это было уже десятки раз. Давайте выяснять отношения. Солнце. Прибежало. А ты, кстати, не доела. Ты, слышишь, солнце, ты же не доела. Не доела орешки. Не доела. Подожди, а ты гладиться даешь. Солнце, смотри сюда. Смотрю сюда. Ах, ты зараза какая. Да, я тебя... Нет, не дам. Ну, ладно. Все. Такое видео. Я смотрю, мышей там нету сейчас. Я говорил вчера, что это не мыши ко мне сбегаются, это я к мышам бегу со всей скоростью, если вижу их. Но пока тут голуби, никаких мышей не будет. Мыши боятся голубей. А голуби отслеживают, куда я смотрю. Я говорю, я вчера просто смотрел в ту сторону. Появились мыши или нет? И вся толпа голубей туда прибежала. Просто смотрел. Без фотоаппарата, без всего. Ну ладно, все. Такая зарисовка. Вот этим занимаются белки весь день. Они ползают в подлеске, ищут, чтобы спереть бы. Плохо спрятанные ищут. И перепрятывают понадежнее. Ну все.